это моя секьюрити. Чувствую себя самой важной персоной на этом районе. Всем привет! Вы на канале Фантомасик, и сегодня мы продолжим исследовать самое необычное дополнение для игры Don't Starve. Хамлет. В прошлый раз я поднялся со дна и купил себе этот прекрасный домик. Как мне кажется, следует начать с чего-то интересного, а точнее с похода в кишащие ловушками руины. Но чтобы не погибнуть на первой минуте пребывания там, необходимо специальное снаряжение, броня и свечка на голову. Первое у нас есть, а со вторым придется повозиться. Смастерить ее не составит особых проблем, так что вперед на поиски приключений! Ух ты, вы гляньте, мы можем сюда что-то поместить. Вау, халявный сундучок. Единственная проблема, что мне нечего есть. Вон, у меня само странно, это довольно плохая идея. Вот видите, сразу же рассудок на нуле, и все очень плохо. Ну что ж, давай посражаемся, дружочек. Давно я с тобой не виделся. Ой, стой, мне надо подышать немножечко. Погоди, погоди, подышу и поговорим. Сражение века, что ты там бегаешь? А рыцарь не понимает, что происходит, я с воздухом сражаюсь. А Свим просто смотрит на это зрелище, красивое зрелище. Я не представляю, сколько у меня будет топлива ужаса к концу этого сезона. Наверное, стака 2, если не больше. Мне, получается, нужно такого дерева раздобыть побольше. И такого железа. Придется идти в опаснейший биом. Ух ты, да что тут все так заросло? Скоро на меня джунгли уже будут нападать. Что за дела? А почему бы не побриться? Хорошая же идея. Вот и все, рассудочка немного восстановил. Я бежал вообще-то за железом. Где оно? Только тут. Ой, а там же сова и комары, чего там только нету. Ну ладно, была не была. Хотя нет, зачем нам рисковать своей жизнью, если мы можем взять и разломать эту руку? Привет. Сейчас оно включится, и все будет очень нехорошо. Вон, видите, выпало одно железо. Халява. А вот, кстати, и дерево, которое мне нужно добыть. Где факел? Где факел? Я потерял его. Редиски, много редиски. Такой вкусный и питательный. Нет, она перестала быть питательной, когда я ее пожарил. Капец, и что мне теперь кушать? А, еще можно отравляющую картошечку добыть. Тоже хорошая идея. Бабочка! Пожалуйста, ты единственное мое спасение. Так, вставай, ты кружишься, мы договаривались. Молодца. Я почти весь голод себе восстановил, а эту хрень я выброшу, пожалуй, на землю. Пускай она валяется. Мало ли кому-то нужно. Он ее съест. Ты что деградируешь, дерево? Как это так? Почувствовала, что я хочу его срубить. И сразу же так, не, я тогда уменьшаюсь. Привет, бегемотики, поцелуйтесь. Все, я вас не трогаю, прощайте. Как много алоэ, да? Она у меня на ферме еле-еле росла. А ты, кисочка, за мной не ходи, глазки тут меня не строй. Ничего от меня не получишь, только люлей. Это максимум. Наша экспедиция закончилась успешно. Главное сейчас немножечко посражаться с кошмарами и восстановить себе рассудок. И создаем себе свечку на голову, или как эта штука называется. Ну, выглядит как свечка, вы сами гляньте. Ой, у нее прочность очень быстро тратится. Это не есть хорошо. Ну все, я с уверенностью могу говорить, что я готов. Только перед этим надо бы купить что-то себе покушать, а то мало ли. Хей, дайте мне денег за кококульку, спасибо. И снова я сражаюсь с воздухом. Свинка, не стой рядом со мной, а то еще попаду по тебе копьем. Наберу себе проблем на голову. Да блин, ну тупая свинья, я ж не могу. Ну все, теперь на меня эти рыцари агрятся. Молодца, свинка, молодца, я тебе предупредила, ты не послушалась меня. Как жить-то теперь? Меня не примут больше в этом обществе. А все это из-за тебя, мой друг. Хоррор тупой. Главное обойти вокруг всех рыцарей, подобрать кококульку, чтобы никто то денег дал, а никто денег не даст. Тогда мы заходим сюда и покупаем на 6 монет чего-то вкусного. 10, 10, 3, 20, боже. Печеньки и рататуй, это тоже неплохо. Можем выдвигаться в руины. А, молния! Это сова, наверное, сделала, да? Я же знаю, что это все она виновата. Как у тебя дела, ой? Что это за землетрясение постоянное? Что там творится? Это что такое? О, рука! Охренеть, ты что тут натворила? Кто тебя пробудил? Какого хрена тебя вообще кто-то пробудил? Рыцарь, убегай, пока тебе капец не наступил. Вот я лично очень советую это сделать. Ой, молния ударила. Обалдеть, вы гляньте, что там происходит. Настоящий файт. Просто файтится, все горит. Это что за апокалипсис? Рыцарь, спасайся, говорю ж тебе. Все горит, все мои кустики. Домик сломали. Ты мой был лучший рыцарь. Офигеть, да ты, может, посражаешься там? Ух ты, а почему твой домик восстанавливается? Это нечестно. Мы так не договаривались. Блин, да эта штука может успокоиться уже наконец-таки, а? А то я не хочу, чтобы она тут по моему миру шастала и всех убивала нафиг. Вы гляньте, мясо. Ох, какое вкусное мясо.
Не беги ты за мной. Мое мясо я первый нашел. А молния все еще бьет. Это, наверное, сова там забагалась немножечко. Так, совсем чуток. Новый рыцарь уже появился на новый день, да? Круто выражаете. Зато теперь у меня есть крутая вещь. А, вон эта рука, она стоит и просто в небо бьет. Руины, приветик, давно не виделись. Настоящее проникновение начинается. Надеваем броню и сражаемся. Блин, гадики, вы не вовремя. Все, можем идти дальше. Охренеть! Это что сейчас было? Да нет, хватит! Хватит! Хватит, пожалуйста. А, это понятно, нельзя по таким камушкам ходить. Все, в этот раз мы будем поаккуратнее. Я смотрю очень внимательно под себя. Я не хочу ни на что подобное наступать, чтобы в меня какая-то игла выстрелила. Идем дальше. Ох, шипы. Там змеи всякие ползают. Нехорошо. А, туда я не могу идти, а сюда. А, только обратно, если это получается, да? Вон тут посередине что-то крутое есть. Пошли сражаться. Куча змей, куча летучих мышей. Одел броню, надеюсь, очень надеюсь. Все, я всех перелупасил. А нет, тебя не перелупасил. Иди отсюда. Алебарда, пошли. Ух ты, халявка. Можно тут передохнуть немножечко, подышать газиками свежими. Главное, чтобы на меня кошмары в руинах не напали, а то я не люблю замкнутых пространств. Не дают мне разбежаться даже. Вау, статуэтка. Сколько их тут, вы гляньте, сразу 3 статуэточки. Как их взять, как их взять? Я не могу, у меня места, кажись, в инвентаре нету, да? Все, кушаем, 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 а теперь берем, да? Да не может он их взять, да что с тобой не так, а? Скорпион! Если они жалом жалят, то все, будет плохо. А, ну вот конечно же, вы какашечки тупые ужалили меня. Ух ты, можно вылечиться от яда. Все, вылечился, 40 хп оставил, но зато вылечился. Учитесь от промастера, как надо терять быстро свои жизни. Ох ты ж, вы видали, по мне еще ни одна штука не попала. Ну все, я уже в третий раз рисковать не буду, знаете, это какая-то плохая идея. Первые два раза повезет, а вот на третий меня убьет. Пора идти дальше. Ах ты ж, кусается! Вот это уже очень плохо. Так, ходить? Ничего тут интересного нету, только вазочки какие-то. Ох, как же я круто манипулирую своей жизнью. Постоянно забываю про эти тупые кнопки. Ловушка. Скорпион. Ха! Тебя убило, да? Па-па-па-па-па-па-па. Тут тоже тупик, что ли? Серьезно, и это все руины? Зачем я шастал туда-сюда? Ради двух каких-то реликвий? А, ну, меня чуть не убило опять. А вот сейчас меня, наверное, точно убьет. Да. Летучие мыши, привет! Ох, неприятно же мне так бегать. Все сражаются, что-то происходит. Все в панике они сражаются. Не избивай меня, летучая мышь. Я иду в город. А, всего лишь одна осталась. И куда остальные делись, я не имею понятия. Теперь я бы не отказался сходить к этому чудику и продать ему все, что я нашел. Сколько времени я провел у себя дома и понял, что не помешало бы его отремонтировать. А для таких манипуляций, как ни странно, нужны деньги. Заработаем мы их, собирая навоз и продавая веревки строителям. Вау, я могу вид его внешне изменить. Давайте покупаем. Я откупил, это хорошо, а что дальше делать? Я знаю, выходим из дому. И смотрите, как он превращается. Будыщ! Какой крутой домик. Реставрация домика. Как говорится, дешево, но круто. Что же я сделаю дальше? Хочу такую штуку поставить, она офигенно выглядит. Божественно. Я не могу это никуда поставить, ну что за дела? Мне даже не показывается, как это выглядит. А, нет, смотрите, поставил, кажись. Да, я поставил, классно. За что ты мои деньги так потратил? Я так долго копил, чтобы купить себе этот шкаф, а ты взял и его раздолбал. А, да еще убить меня хочешь, да? Подумал, мол, зачем мне фантоматик в этом мире нужен? Все, он наигрался, хватит. Я хочу сходить за железом. Мне оно нужно будет для того, чтобы сделать ножницы, я хочу еще травки добыть. А еще лопату хочу сделать. А еще хочу кремня добыть. Рука, тебе не надоело там? Главное, чтобы по мне она сейчас не попала. То я, блин, знаю вас. Надо дорубить эту картошечку. У меня теперь 3 вкуснятины, которые отравляют. Охренеть, один раз всего лишь попало, не так уж и жестко. Вон комары за ней побежали. Халявное железо. О, ладно. Я ничего не видел. И я просто уйду отсюда. 5 штук собрал, во, как надо. Совершенно другой подход, рыцарь. Я только сейчас додумался, мы можем кусты стричь. Для этого надо создать ножницы. Только подстригать я их буду при свинках, а то мало ли еще не заплатят мне. Наступил новый день. Свиньки, выходите из дому. И гляньте, как я сейчас буду изысканно работать ножничками. Опа. Наверное, ресурс какой-то крутой мне дают. Они будут все чистенькие, красивенькие. Ох, сейчас мы денег на них заработаем. Только как, я не знаю. Наверное, надо этот понос отдавать кому-то.
Ой, его съесть можно, если его съесть. Сколько он восстанавливает? 56, 57, 86 было, а стало 90. Нет, слишком мало. Знаете, на крайняк можно кустов поесть. Только пришел и кусты жрешь. Ой, у меня все ножницы сломались. На-на-на-на-на, возьми. О, да, она деньги дает. Ох, торгуемся, торгуемся. Этот чел наблюдает, чтобы все честно было. Хорошая работа, она мне говорит. Конечно, хорошая. Фантомасик же работал. 42 монеты. Чувствую, уже вор вышел на поиски меня. Мы заходим в дом, и тут нас будет ждать перестановка, глобальная перестановка. Привет, шкаф. Поставим хотя бы окно. Вау, как сразу светло стало. Ничего себе, от одного окна. Я хочу сделать себе кострище. Правда, я его в прошлой серии разломал, и не помню почему. Все, самый торжественный момент. Она меня отравит? Да, она меня отравит. Вот кто говорил, что она не будет отравлять, а? Вот кто это говорил? Вы плохие, кто так говорил? Копытца, спаси меня. Я знаю, что у тебя есть прекрасное противоядие. Приветик, 5 монеток. Окей, пофиг. 5 монеток нормально тоже. О доме мы-то позаботились, а вот наш двор оставляет желать лучшего. Необходимо быстренько тут все расчистить и сделать садик с деревьями. Древесина, на которых позволит заправить каску, в которой мы шастали по руинам. Извини, но ночь придется переждать у себя. Ага, и завалилась спать, а я пока ты не видишь, могу украсть у тебя еду. Смотрите, я ее завел в угол. Поднять missing name. Круто, сейчас мы запикапим missing name. Мадам, подняли мы missing штуку. И тут у меня появилось непреодолимое желание избавить вас от страданий и построить дворик за кадром. А еще уничтожить пару горилл, чтобы сделать сачок и словить бабочек. Ну и про сушилки забывать не стоит. В конце этого предприятия желание экшена дало о себе знать. И что из этого вышло, мы узнаем прямо сейчас. Сегодня я хочу побороть первого босса в этом дополнении, королеву термитов. Единственное, что я знаю, она живет где-то в логове термитов, и еще она очень сильная. Поэтому необходимо подготовиться по-особенному. Начать следует с подхила. В этом нам помогут бабочки. Однако, чтобы не тратить на них много времени, мы сделаем сачок. Словим примерно 5 штук и посадим их около нашего дома. Ох ты ж, господи, нет, не хочу я пожара тут. Жук, даже и не смей подходить сюда. Ой-ой-ой, зря я это сделал. Капец, я больше сюда никогда траву не притараню. А, нет, эти жучки крутые, они не поджигают. Все продумано. Полнолуние. А, она спать завалилась. Я думал, что-то сейчас будет. Да, вот дом мне могут сжечь. Единственное, что сейчас может произойти, я ж сказал. Вот сказал же, да, сказал. Как легко этим тупым свинам избавиться от моих трудов. Пойду-ка я отсюда, поплачу в подушку. Ах да, вот-вот наступит новый день, поэтому пора ловить бабочек. Рыцарь, сколько раз ты уже за мной бегал? Ты же знаешь, никогда меня не поймаешь. Даже и не пытайся, дружочек. Да что это за землетрясение? Бабочка, выходи погулять. Тебя ждет добрый фантомасик, он ничего не сделает. Ну ладно, сама не хотела выходить. Ага, вылезла все-таки. Ох, туман! Давно не виделись. Эх, опять. Ну опять эти тупые времена, когда мне бобо. Хамлет любит внезапные появления. У меня такое ощущение, что я никогда до этого тупого дома не доберусь. Так ползешь, как улитка какая-то. А еще желательно заправить вот эту штуку. Офигеть, просто за секунду я лишился всех своих жизней, всех своих достижений. Это твою что налево, туман. Ты понимаешь, что за мной какая-то хренотень бежит? Она меня убьет сейчас. Ой, капец. Я тебе этого не прощу никогда, туман. Туман, блин. Вот как закончилось великое выживание Фантомасика в великом мире под названием Хамлет. Пришел туман, и пришла ручка, хрен знает откуда, ведь у меня ее не было. Она пришла и такая: херакс, херакс тебя лазером, и ты подох. Круто! Ну нет, все-таки я сейчас возьму и сделаю то, чего не ожидает от меня никто. Спидран! Да, именно так. Сейчас мы быстро пойдем и завалим эту тупую королеву термитов. Ух ты, да вы гляньте-ка, что я нашел. Рыба! Птичка, зачем ты мне рыбу дала? Кстати, я недавно узнал, что за 10 монет мы можем купить себе целого рыцаря, который будет сражаться на нашей стороне. Думаю, стоит купить себе хотя бы 4 охранника. Тогда сражение с королевой пройдет намного проще. Пора идти в деревню свиней. Хватит тут заниматься всякой хренью. А, стоп, а как же топливо? Ну ты, конечно, засранка. Хватит. А мы рубим.
и добываем. А мне все мало, а топор сломался. Ну все, 30 штук будет вполне достаточно. Можно понадобывать обычного дерева, чтобы сделать себе хотя бы броню. А брони я сделаю минимум 2. Это минимум. Привет, змея. Вау, 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 сова! Ты там будь поаккуратнее, хорошо? Не пугай меня так. Рыцари, не подскажете ли дорогу до вашей деревушки? Я тут, значит, бегаю, ищу, а ничего нету. Нет, я все-таки нашел это чудо. Ух ты, белочки, давно я вас не видел. И копытца, вон как сразу много всего. Какашки, это самое главное. Мне все дают деньги, я такой популярный здесь. О, да, уже 6 монет, даже 7. Учитесь, как надо собирать какакульки. Привет, я пришел с добычей. Оп, оп и оп, работай, работай. Сейчас бы на вора не наткнуться, а то не хочу, чтобы у меня эти деньги украли. Создаю научную машинку. И что же делаю дальше? Правильно, нужно немножечко веревок создать, это раз. Дальше сделать себе копье, а мне не хватает кремушка для него, хорошо. Тогда я с радостью создам себе, наконец-таки, свечку. Крутую свечку. Еще. Что мне нужно для войны? Правильно, броня мне нужна для войны. Есть, мне даже веревочек хватит. Вы представляете, как же я сейчас рад. Я очень боюсь, что мне не хватит чего-то. Я что-то забыл сделать. И так далее, и так далее. Проникновение в дом к мэру. Сегодня я переночую у тебя за переговорами. А вот, кстати, этот security контракт. Опачки. А мне security контракт дать? Вот какой засранец. Обленился на работе, обленился. Просыпайся. Лег тут на пол. Цивилизованный называется. Сейчас я тебя спрячу, ты только не позорься. Все, я надеюсь, вы его не видите. Ох, сразу встал и пошел продавать мне свою охрану. За 10 монет, он так не ценит ее. Ты теперь со мной работаешь. Эй, еще кто-то со мной работает. Ты. Ох, это моя секьюрити. Чувствую себя самой важной персоной на этом районе. Пошлите шатать всех и вся. Куда нам надо? Я потерялся. Где логово термитов? А, вот оно, боже. Может снять портфель и одеть сразу броню, а то не хочется зря получать люлей от кого-то там. Термиты, вы вообще не обращайте внимания, что я тут такой вхожу, это чисто так, проверочка. Хорошо ли вы живете? Ой-ой-ой, не толкайтесь. Места на всех хватит. Что это за штука плохая? Она кусается. Ой, она плохая. Не убивай моих рыцарей, пожалуйста. Землетрясение. Я застрял. Капец, вы гляньте, я не могу просто-напросто пройти. Офигеть, крутой баг. Вы не могли бы, пожалуйста, отойти? Блин, ну может это как-то вылезти отсюда? Я знаю, что на спидах это можно сделать. Итак, продалбливаем стену. А, ну, все, я тут. Тихо, термиты, не обращайте внимания на то, что тут происходит. Это я баги фикшу. Багафиксер называется. Да боже, рыцари, вы заколебали. Я так дойду до этой королевы или нет? Подумайте, пожалуйста, над своим поведением, а то если вы так будете продолжать делать, я прибью вас. Ну, конечно же, вы будете продолжать так делать. Я прошел, видали? Прошел! С первой попытки. А, кстати, что это за штука такая? Я даже не знаю, как ее обрабатывать. А, киркой. И халявный мед. Да? Да, реально халявный мед. Я нашел выход, но мне выход не нужен. Ага, то есть... Вот так все получается плохо. Нужно идти обратно. Блин, какие же эти пещеры нудные. Встречаешь одних термитов, а мне нужно какую-то специальную штуку найти. Я знаю это. Да термит, ты не смотри, я же сказал. Это проверка, чисто проверочка. Мы смотрим, соблюдаете ли вы всю технику безопасности. Главное не подходить к ним слишком близко, не нарушать их правила. Вечер наступил, придется ждать дня. А то факелами сражаться они явно не могут. А, застряли, боже, бедные рыцари. Нет, почему проходы закрылись? Я искал королеву, что ли, просто так? Я нашел выход. Стоп. Вы серьезно? Как весело туда-сюда бегать. Вы не имеете понятия. Особенно, когда у тебя все заканчивается. Что это ты пукнула? Штука-то непонятная. Нормально, вот как они появляются на свет. Вы серьезно? Уже все происследовал. И не могу найти того, что мне нужно. Вы гляньте, какая же эта пещера огромная. Сколько тут комнат. Я чувствую, что скоро опять это землетрясение начнется, и все проходы снова перемешаются. Я не хочу этого. Нашел! Обратно, только давайте обратно. А то они там разговаривают. Все, посидим тут. До начала дня. Ох, рыцари, вы готовы? Сейчас будет настоящее мясо. Только надо подождать немножечко. Давай, проникаем. Хоп, проникли. Ох, тут воины. Надо аккуратно, они очень сильные. Это не обычные термиты, они сражаются сильно. Да блин, что с картой? Где я вообще? Бежим вперед, просто вперед. Воинов, конечно, тут очень много. И вообще термита в целом, я нашел ее. Вы гляньте, какая она жесткая. Свирепая королева с вами.
Ой, нет, снимать эту штуку нельзя, к сожалению. Зато можно ее заправить, съесть одну бабочку и начинать сражение. Вперед, нападать на это омерзительное создание! Делаем все, чтобы его убить. А, один рыцарь забагался, я так и знал. А, больно, больно по голове мне бьет. Скорпион! А, погодите, я подхилюсь. Ты почему кричишь? Что такое? Я не могу ничего сделать, не бей меня, тупая хрень. Да блин, хватит орать. Почему на скорпионов это не действует? Да, почему бы не отравить меня? Знаете, ощущение, как будто я сейчас умру. Это что за циферки? Буковки смерти, наверное. По логике все должно было нормально пройти. Ладно, ладно, давайте побегать, побегаем. Не будем особо париться. Да блин, как? Где я? Рыцари, спасите, помогите. О, все, я помер, да? Вот по-любому ж помер. Не, ну что вам сказать, они ее там на заднем фоне завалили. Я вам серьезно, ее больше там нету. Мы ее убили, ура! Только меня тоже так случайно забили. Восстали против меня эти рыцари. Ну не, на самом деле это кошмар был. Я просто не подготовился, надо было побольше бабочек сделать. Я такая ленивая жопа, что решил спидран устроить. Ну и вот все плохо получилось. Но это все лишь закрытая бета, пререлиз, так что... Надеюсь, когда они его выпустят, не будет такой хрени. Ну а на этом я буду заканчивать столь печальную серию. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться своими впечатлениями в комментариях. Всем удачи и всем пока!